Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня 19 мая, длинные выходные, и это время лучше всего провести на природе. Красота! Слышите? Это место называется Бальзам Лейк. С утра хорошо встать, попить кофейку и пойти поплавать. Вот, а таким маленьким собачкам тут тоже раздолье. Вот они тут на солнышке балдеют, звезды экрана. А вторая вон за мухами бегает. Ну, давай, лови, охотница. Все приспособлено для хорошего отдыха. Милое дело на природе. Порезать вот такой красный помидорчик. Я как раз там олени бегаю. И бить яйца. Или еще рано? Еще рано, наша книжка. У меня хорошие консультанты. Готово. Потому что мы еще даже не попробовали. Вот. Вот она, невеста. Ну давай. Давай. О, такая серьезная девчонка. Аппетитно выглядит. Как назовем эту картину? Это будет вкусная картина. На Бальзам Лейк все условия для отдыха. Сейчас Быстрый Олень поплывет. Блеск волн, чистейшая вода и две красивые девушки. Не спеша, размеренно плывет каноэ индейское. Замечательный отдых. Здесь чувствую себя первооткрывателем. Путешествуя на каноэ. А пока девушки плавают, можно найти укромный уголок на берегу озера и помечтать. Еще две амазонки приближаются к пункту, к конечному пункту путешествия. Мы их здесь встречаем. Вот, а в райском уголочке можно сделать красивую фотографию. Слышите, как птички поют? Солнце садилось. И нам пора покидать это святое место отдыха.